А что за рэп? Ты скажи, я гляну, какой вес. Я бросал, ну как бросал, из-за травмы меня не допускали на соревнования. Я завязал, а сейчас снова не начал. Так он вон сейчас на ковре А где-то был. Иди туда. Вон там. А на второй. Давай. Что-то опять у них там погасло. А мне это мотать-то некуда. Сейчас снова заниматься стал. Следующий месяц 35 стуканет, может там по ветеранам попробуем. К тому времени я завяжу. Я хочу там год-два побороться еще. Да, что там? Такого. С моих годов там нету таких борцов, с кем я боролся на одном ковре. А хотя он с Худуповым, с Бесиком, получается, на Сибири боролись, только он в другом весовой категории был, ну, что-то 57, что ли, или 55 там раньше был, а я в 74. А я и по классике, и по вольной боролся. У нас тут тренироваться начинали там по греко-римской, один зал был, и по греко-римской, и по вольной. Вот у нас получается среду и субботу вот тренировка одна была у вольника по греко-римской, и на соревнования ездили также и по вольной, и по греко-римской. Да, он и сейчас есть, вроде. Давай, давай.
Там этот приезжал, Мишин, на тренировке проводил мастер-классы. Карелин, Сан Саныч проводил. Ну и так там еще кто-то, призер мира приезжал, я уже не помню, как его звать. Тренировки проводили у нас. А еще этот приезжал. Бороев был у нас. Ну он так там не тренировки проводил, а приезжал к знакомым. Да, где-то так.